Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 23-го тура Ла Лиги «Гранада-Атлетика». Встречаются 7-я и 1-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. У «Атлетика» 8 побед при 2 ничьих. Последние 4 очные матча на поле «Гранады» были низовыми. Статистика команд. Граната в последних 10 матчах имеет 3 победы, 5 ничьих, 2 поражения. Атлетика в последних 10 матчах имеет 8 побед, 1 ничью, 1 поражение. Граната не проигрывает в последних 4 матчах и последние 3 сыграла в ничью. Атлетика не проигрывает в последних 5 матчах и последние 4 отыграл на обе забьют «да» и «тотал» больше. Как видим, в последнее время обе команды чаще играют результативные матчи. В предыдущем туре «Гранада» сыграла 2-2 с «Леванте». «Леванте» дважды ввел по счету по ходу матча, но в итоге довольствовался лишь ничьей, пропустив гол на 90 плюс 2 минуте матча. «Атлетика» с таким же счетом сыграл с «Сельтой». Все 4 гола были забиты как под копирку. После флангового прострела шло замыкание на дальней штанге либо по центру ворот. Гости забили первыми и последними. Ничью для «Севильи» спас Факундо Феррейра, забивший гол за несколько минут до финального свистка. В матче первого круга «Атлетик» разгромил «Гранаду» 6-1. «Гранада» последние 3 домашние матча отыграла на обе забьют «нет». Это самая длинная нулевая домашняя серия команды в этом сезоне. «Атлетика» имеет длинную забивную результативную серию из 4 матчей, что в общем-то не характерно для матрасников. Однако сейчас «Атлетика» стала много забивать и много пропускать. Предыдущий очный матч этих команд был на тотал больше. В очных матчах эти команды ранее всегда играли результативные матчи парами. У «Гранады» на носу матчи в Лиге Европы с «Наполи». «Атлетика» играет спаренные матчи с «Леванте», а потом игры в Лиге Чемпионов с «Челси». Поэтому силы обе команды должны расходовать осторожно, чтобы не было больших провалов. «Гранада» неважно играет на своем поле против «Атлетика». В последнее время только 1 гол в последних 4 домашних матчах. «Атлетика» 3 последних выезда отыграл на тотал больше и обе забьют «да». Тут вроде бы уже давно назрел вариант низового матча. «Атлетика» очень важно не терять очки в играх с командами-середняками, чтобы подойти к очным играм с «Барселоной» и «Реалом» с хорошим очковым запасом, который позволит команде сохранить первое место даже при поражениях. Поэтому в этой игре гости должны бы стараться чуть больше, чем хозяева. В норме здесь стоит ожидать что-то в районе 0-1. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 1.87. На обе забьют нет 1.70. На тотал меньше 1.64. Если говорить о самой надежной ставке, то здесь можно взять бы было x2, но этот вариант имеет очень низкий коэффициент 1.21. Играть на таких коэффициентах невыгодно. Поэтому здесь надо либо играть ставку на чистую победу гостей за очень хороший коэффициент 1.87, либо играть самую ожидаемую и назревшую ставку на тотал меньше 2.5 за скромное 64. А можно играть и то, и другое. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!